То есть вода уходит, все? Да, здесь уходит. Здесь надо делать, да. Во-первых, это как отмостка. Да. Ну, то есть, во-первых, это да. Тротуар, во-вторых, это как отмостка. Да, как отмостка будет. В-третьих, чтобы там мы не груз, некрасиво она будет выносить, да, будет грязь, все. Да. Вот здесь тоже нужно доасфальтировать, хотя бы вот до сих пор. Мы делаем прежде всего там, где у нас было больше всего жалоб, где у нас там больше обращений граждан, где у нас больше проезд машин. То есть из двух дорог, грубо говоря, по которой две одинаково плохие. По одной ездит 500 машин в день, по другой 5000. Какую делать? Конечно, там, где 5000. Потому что где больше машин, где больше востребованность, где больше людей ходит, там в первую очередь мы стараемся сделать. Поэтому определяем самые болевые, самые востребованные, где больше всего людей ходит, и делаем.